Привет! Ну что у нас сегодня? У нас сегодня System Shock, и надо как-то, блин, куда-то добраться. Куда-то как-то добраться. На инженерную палубу. Тихо, вот что-то я лифт обнаружил. Так, где там? Тут в прошлый раз на меня бросился робот. Так, хоба. О, вот у нас инженерная палуба, поехали. Нам нужно 4 этих пластида. В прошлый раз выяснилось, судя по всему, взрывать антенну. Так, сохраняемся. Новая палуба. Узлы и плоды своего невежества, букашка. Так, пугает меня что-то. Ага. Тебе казалось, что тебе удалось мне помешать, однако вскоре мой всемогущий дух... Чё? Что он сделает, всемогущий дух? Отстань, а? Покинет эту брючанную станцию, когда я загружусь в земную компьютерную сеть. Вот, надо это... Чё-то им всё сломать надо будет тут. А ты останешься гнить в моей прошлой оболочке. Больше мы с тобой никогда не встретимся. Да всё, отвали. Всё. Кто там скэнни нарал? А, вон он, бля. Пошел ты. Тут еще ходит кто-то. Блять. Что-то тут у вас до хера как-то напряженная ситуация сразу стала. Резко. О. Ой, блять. О! Откуда выстрел произошел? О! Нормально. Нет, давай загружаемся. Что-то видали меня, как гнобить сразу начали. Неожиданно. Мину еще кинули, а? О! Ай! Блять! Сверху ходит скотина. Блять. Так, надо, в общем, это перезагружаться, видимо, видали. Пиздец какой-то. Тихо. Лица. О. Ой. Блядь. Что за херня? Ну, в смысле? Фух. Набросились на меня скотины толпой. Где там взрывоопасные? Эй. Он меня засечет? Бля. Так, движуха. Они-то подорвутся, нет? Может быть. У меня надежда, что сдетонирует. Нет? Да хер тебе, говорит, дурачок. Придумал, говорит, всякое. Фух, а тут чё? Бля, пиздец. О, какой-то монстр. У него какой-то жуткий чувак. Вон он прямо надо мной ходит. Бля. О, видали, да? Куда ты там опять?
Ой-ой-ой. Может, гранатометом у него шмальнуть? Что у нас заряжено? Газовая граната, да? А, помер, прикинь. МП. Блин. Ребята, я же просто хочу это. Ага. Ой. Сюда. Сюда. Ха, прикольно пушка работает, конечно. Вот я зарядил, а обойма у меня отдельно идет. Ну, в смысле, двойную штуку, двойной заряд я зарядил, типа как бы в ствол, а обойму поменял на новенькую. А, так она, наверное, мертвенькая лежит. Фью. Так, теперь... Теперь у нас задача вернуться за оружием и как-то вот с этой херней справиться. Вот что с ней сделать? Взорвать так? Что у нас из оружия есть? Так, а для этой херни, где выстрелы? 22 осталось. Во. Ребята, что у вас там происходит, блин? Так, херню давай послушаем, что ты хочешь от меня. Арнольд Хессман, помехи. Добро пожаловать на станцию Цитадель, мистер Ву. Прошу прощения, что не смог приветствовать вас лично. Вы не представляете, как нынче кипит работа у инженеров. Они свои новые обязанности, как связной, будут исполнять на 4 ретрансляторных станциях на инженерной палубе. Они расположены по периметру уровня. Удачи. Так, поехали. Мы поехали сейчас забирать оставшееся оружие, которое у нас там. Угу. Так, аптечка одна осталась. Ай, так, ладно, идем. Мы же сюда не будем возвращаться, я так понимаю. Куда не туда пошел? Раз. Блин, да что такое? Ты место что ли не мог больше соблюдить, Василий Валерьяныч, бляхамуха? Бля. Бля. Ну. Давай. Сейчас из-за этого спаркбима придется возвращаться. Ну ладно, чё, вернемся. И пока будем ходить с дробовиком. Скорпион, штурмовая, все прокачаны, главное. Скорпиона. Вытащим, и эту херню вытащим. Блять. Ужас, какие-то страшные звуки, конечно. Че, у меня энергия как кончается сильно. Ой, не туда. Выходим, выходим, блядь, где мой спаркбим, давай сюда. И чё, видимо, сейчас с ним будем ходить уже, да? Нет. Блядь, ну вот так вот.
Вот так вот, и дробовик на третью. Угу. Повернуть пик. Все. Я готов к перемещению полностью. Все, оружие свое забрал. Сейчас мы будем хулиганить на инженерной палубе. Чик, блять. А, все, как надо взялось. Или может уже пистолет взять? Давай-ка точно пистолетик обычный. Да, да, скинем. А где мой? А где спа... Куда он выкинулся? Куда у меня пистолет выкинулся? Вы чё? Блять, я не понял. Сука. Все, оружие здесь лежит, наверное, да, никуда ничего не вылетело. Вот, погоди, вот я сохраняюсь, давай вот выкидываем. Вывалился. Берем пистолет. Так, у пистолета у нас сколько патронов? 125. Вот пока с этим пистолетиком ходить будем. Ну, все, поехали. Начинаем, значит, в какую сторону ходить-то? Так. Да кто тут разговаривает-то? Так, вон антенна. И чё-то я не понял, у меня хераксы все эти патроны кончились. Так, ладно, завалил эту херню. Вон еще одна разговаривающая. Камера где? Ч, блять. О, блядь, да что ты? О. Всякие штуки-дрюки. Опять. Будем сейчас ломать их. Угу. Так, у меня энергия кончилась. Прикольно. Ресайкл мы нашли. Чё, направимся сейчас. Так. Ага, обратно. Ты чё развалился, дебил? Где мусор? Мусор с него, говорит, никакой не выпал. (Клёх)
А чё я сюда припёрся? Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Кнопочки не жмутся здесь. Ладно, хорошо. Залез здесь просто, значит, да, ничего нет. О, нет, что-то есть. Давай болтовню. Бьянка Шулер. Теперь из сопротивления только я. Одна осталась. Диего, урод, предал нас на палубу руководства, но я видел. Теперь я сижусь. Ой, блядь, на инженерной палубе пытаюсь немного успокоиться. Блядь, видали, да? Я убежать хотел. Так, нужно подняться с охранной палубы на мостик, добраться до терминалов, установить изолинейный чип. Тогда у меня будут шансы стереть эту суку Шадан без возможности восстановления. Так, куда-то лезть нужно, в общем. Пошли поверху. В общем, нужно лезть на мостик и эту дуру стереть, да? Какой-то изолинейный чип. О, кор. Ну, меня в кор, видимо, не пустят, да? Но. Не работает. Дебил этот, откуда-то приперся, блин. Так. Там что у нас? О! Так, эту херню нужно лишить, да? Так. Так, недобор, да? Блядь, не вижу ни хера. Так не видно же нифига, вы чё? Блядь, я не вижу ни черта из-за светящейся этой лабуды. А, много. Ты чё? Да-да. Не видно просто нифига было. отмазался. Но. А куда это я приперся? В какое-то местечко. Непонятное. Ну, опять лифт. Так, мужичок разлегся с мусором. Что за мужичок, как тебя звать-то хоть? Кейхол какой-то непонятный. Кейхол непонятный. Блять. Ай! Ты готов? Блять, непонятно. А.
Не та граната. А, вот он мертвый. Блять, как он меня испугал. Взял и приперся. Всю энергию меня выбило. Сам себе и выбил ее. Сколько батареек-то осталось? Батарейки. Ну, как бы, не критично. Но так-то немного, скажем. Блять, что за херня? Пить куда-то приперся. Блять. Почему у меня энергия при стрельбе из этой пушки, блять, кончается? Так вот. Тефлоновые патроны. Где тут что еще? Только что здесь какая-то херня была, блять. Где? Патроны только что здесь были. Во. Блять. Где-то патроны вообще вывалились. Так, это что такое? Ничего не произошло. Развалилась дурында. Так, ладно. Пошли. Что-то не так я себе все представлял. О, карточка. Телепорт какой-то есть. Экспериментальный, блядь. Ну хоть как-нибудь отображается телепорта. Блин, огроменная какая-то локация. Ой, опять ты со своей миной. И прикинь, он уже помер, да? Нет, он просто не идет на мину. Дурак, пошел на свою собственную же мину. Что здесь устроили теперь? Кровавую какую-то баню. Как вас теперь, ребята, это, на куски-то разбирать? Блять, они везде тут ходят. Я про то, что, в смысле... Блять. Вон она. Эти инвалиды, в общем. Блять. Вы? Блять, эти инвалиды где-то тут ходят. Я типа это совершенное, но совершенное, ну. Блять, ты где ты ходишь-то? Он же где-то тут ходит, блин, бухтит. Она же, то есть. Так вот прям голос здесь.
Бля. Ой. Сука, вон она. Блять, их две. Робот, то есть второй. Куда ты пошел-то? Ой. А, вон он, блин. Все. Ой, второй выстрел нашел. Фух, так. Да? Да, точно плазменное ядро, две штуки какие-то надо было. Значит, не зря я ее туда-сюда с собой носил. Так, теперь у нас... Где у нас? Вот я в оба квадрата этих залез за каким-то хером. Я имею в виду квадраты на карте. Ой, он наверху. Так, я типа тут два каких-то вот этих квадратика. Ага. Вот. Теперь здесь смотрим. Теперь начинает. И чё, тишина, да? Ой-ой-ой. Ты, блядь, куда ты кинул мне туда? Так, я отсюда приперся. Ой, жизнь! Чё ты там ищешь? О! Блядь. Всё. Выманил дурочка. А, он тратит энергию, если стрелять двойным выстрелом, я понял. Бля. О, found you, сказала дурындочка. Не работают мои прыжки крутые. Ой-ой-ой, завалил меня, прикинь. Ни хрена себе у него выстрел сколько выносит. Так, ладно. О, нифига, как я далеко сохранился. Вот так вот. Бойцы. Так, давай энергию сожрём. И пошли пушку отстреливать.
Где нам? Дебил-то этот. О, да ладно, тефлонные патроны кончились. Ой, не тефлоновые эти. Прикинь, патроны для этой штуки кончились. Можно возвращаться назад, менять оружие. О, наверх куда-то подъем. Хоба. Ой. О! Блять, робот крутой. Бля, попал. Ты, блядь, умрёшь, нет? Бля. Сейчас для пистолета патроны кончатся, блядь. Ругается матом, причем, блять, куда я приперся опять? Замок киберполя на инженерной палубе. Я уже не знаю, куда идти. Тут квадраты будут, но... О! Что я нашел? Ну, наверное, вот эту штуку нужно как раз. Так, больше никого найти не удалось, полагаю, все уже мертвы. Шадан захватил контроль уже над всей станцией, я мог бы установить реактор на подрыв и успеть добраться до спасательной капсулы, но нет ни кода авторизации в системе, ни кода для капсул. О, код для капсул надо. Либо я захвату мостик, либо погибну. Ну вот, чувак, вот твое холодное тело валяется. Видимо, ничего у тебя не вышло. Так, что у нас здесь? И еще одна дверь. О, сюда используем. Вот как раз вот этот. Ой, блин. Опять какая-то большая локация, пипец. А внизу-то чё? Бля. Так, ладно, давай-ка перезагрузим. Он тоже отступать начал, робот, кстати. Ой, еще сюда можно спуститься. А, так это коридор. Коридор. Вот. Давай эти квадраты, что ли, обыщем тогда. Бля, теперь там болтовня начинается. Так, там мы были, пошли в этот квадрат. Совершенная баба ходит там. Чего какие-то кости? Кто говорит рядом? Готова. Идеальная она. Где там робот-то? Или я его уже завалил? Или я уже его завалил?
found you. Так, все, облазили эти квадраты. Вон эти огроменные роботы, блять, башка страшно, конечно. Вот, у нас есть к альфа-антенне переход. Ага, и вот куда-то наверх. Давай наверх слазим. Чик. Блядь. Что за, блин, педлины? Кор. Дверь заблокирована вручную. Тут у нас кор какой-то, но... А! Блядь, дебил. Я как раз в нужное место вышел. Ой, где ты там? Камер, блядь. 90. 80, блядь, 88. Ладно, раз уж мы там находимся, пойдем это фигачить. Все, подожди, сохранились. Гамма-квадрант. Вот что-то лежит же. Чем с этой стороны, бля? А, у этого дебила. Мертвенького, да? Так, ладно, обратно перезагружаемся. Еще наверх сейчас искать дорожку нахер надо. Это у нас тут такой перекресток. А, тут можно было использовать, а я изнутри прошел и открыл как надо. Е-е-е. У меня, кстати, вот эта пилюлька одна осталась. Эта пилюлька, напомню, если кто не знает, не помнит, то есть, что там повернуть. Для вскрытия вот этих замков, блин, без прохождения... Вскрытие замков. Просто втыкаешь, и замок типа скрывается. Ну ладно. Это понятно. Итак, мы пошли в альфа-квадрант. Ой, в альфа-антенна. В квадрант. Квадрант в другом месте было написано. Так, что такое? Дверь заблокирована вручную. Чук. Козлы. Так, кто-то есть тут. О. Ни хрена себе. Эми гранатами бросается. Все. Тут, знаете, устроила здесь. Че вот освещение выбило, дура. Так, вот у нас опять дверка какая-то. Вот у нас еще сюда дорожка, блин. Ишь ты. А я что-то эту дорогу не заметил, когда мимо проходил. Ну я вот как раз про то, что, блин, миссии здесь какие запутанные. Блять, опять орать начинает. Аем, говорит. Аем кто? Ой! Блять! Сука! Откуда ты взялся, блин? И пошел на меня. Блять, дверь нахер забирается так быстро. Иди сюда. На. Две лечилки.
А, тут вот эта камура открылась, и он пошел меня угнетать. Я тебя понял, блин. Пока у нас чисто за... О! Куда ты? О-о-о. Все, патронов не осталось. О! О! Две вскрывалки нашел, красота. Вот опять у меня их три штуки стало. Че это такое, блядь? Куда опять? Давай чуть-чуть осмотримся. 5 дельта антенна. Нет. О, Робби. Блять. Где ты там, летун? О, иди сюда. Блять. Еще успел это шмальнуть. Там робот бегает, пищит. Бля, опять куда-то наверх. Вы, если инженерами назвались, вы специально что ли такую запутанную локацию себе делаете? Дверь заблокирована вручную. Понятно. Значит, наверное, маркер вот сюда надо поставить. Бета-антенна. Че это я включил? Так, подожди, эта дверь у нас открылась теперь или как? Mm-mm. Не то. И что тогда это за рычажок? А, во, дверька открылась, все понятно. Ходишь, блин, бляха-муха, ищешь все время, где там что открылось, где закрылось, он еще. Робит он валяется. Ремонтный. Ремонтному робиту хавальнику разнесли. Так. Здесь тупик. Давай сюда сползаем. Ага. Наработает. А, я дверьку в арморе открыл, ты прикинь. В арморе, наверное, должно быть интересно. Ага. Открываем. О, модкит. Для чего? Для гробовика, что ли? Сохраняемся. Что это мы находим? Ионный импульс на винтовку снижает расход энергии. А, это вот для как раз нее. Магнитный плюс электрический, да? Защита работ роботов. Ага, понятно. А чё? А, для другой винтовки. Ладно, зашли в армори, надыбали. О, есть у меня штурмовая винтовка. Вот ее, пусть она там остается. Ни хрена себе, с кучей патронов. Для мини-пистолет, что ли, все? 300. Для скорпиона, нихера. Так, в общем, для пистолета у нас... Тоже видали, сколько патронов? Просто жесть.
400. А этих 35. Ну, в общем, их надо сейчас отстрелять. Отстреляться ими. Бля. Ну, это, видимо, на случай, если... Мины опять. Видимо, это на случай, если вообще плохо играл. О, энергия, вот энергия. Хорошо. Чё, этот ящик не берется, да? Охренеть. Вот клевая армори, так это не открывается стенка. Столько патронов понадыбал просто вообще. Ой. Пришли. За мной. Пришли за мной. Убежал. Стрелять обычными патронами. Ой! Зацепило чуть-чуть. Куда ты пошла? Куда ты пошла? Ты что-то отступаешь, что ли? Все. Угу. Так, три выстрела еще осталось для этой херни. Фух. Так, в общем. Давай-ка. Используем. Теперь в арморе мы побывали. Мы теперь рады, да? Это у нас четко спуск вниз, тоже понятно. Это у нас наверху тупичок. Сюда. О, блин, мы приперлись, чуть не упал. Дверьку ты откроешь? Хрен тебе, говорит. Замок киберполя. Так, опять там приперлись. Блять. Себя попало. Все. Ну и далее, кто как-то к себя ведет, вообще дура. Так, патронов меня навалом, значит, пошли дальше. Зачищать территорию. Куда? Ну, видимо, вот... Видимо, блядь. Идти-то больше некуда. Сваливаем отсюда. И пытаемся по... Блядь. Понятно, в общем. Тут эти дуры постоянно появляются, оказывается. Ага. Так, оттуда мы пришли. А, он еще с... Это как его налево дорожка какая-то есть. Че у нас, куда дорожка налево ведет? Скользкая дорожка налево, да? Угу. Сохранились на всякий пожарный. Камера у нас здесь. О, что это? Чик-чик-чик-чик. Ничего не дает. Ой-ой-ой.
А, вот, вниз я вылез. Где тусил внизу, дельта квадрант. Че, я к лифту, что ли, приперся? Ага. Примерно. Мы сейчас пушку скинем просто. Вот, я пришел к лифту. Сохраняемся. Нашу вот эту вот замечательную винтовочку скидываем. Берем. Модифицированно. Скорпион, блядь. А где? Какую-то пушку. Блядь. Какую-то пушку. Так хер с ним. Сколько у него патронов, боеприпасы стандартные. О, стандартных всего 8. А, подожди. Так он использует как раз те же самые же патроны. Ага. Урон 20. Размер обоймы. Урон 20, урон 22. Автомат. Что-то я даже не знаю. Давай мы тогда сбросим. Будет вон с этим ходить, но... Так, сейчас у нас есть пистолет. РВ, ионная импульсная винтовка. Где наша ионная импульсная винтовка? Штурмовая винтовка есть. Да для этого патроны, блин, я все израсходовал. Валерьяныч. Боеприпасы пробивные какие-то. Магниевые. 500. Охренеть. Так, ладно. Стандартных мало, куча. Давай мы стандартных здесь достреляем. И здесь у нас магниевые. Магниевые, блядь, где магниевые патроны? Пробивание брони 60, урон 24. Я уже запутался в ваших патронах. Магниевый, вот маг... Блять, это магниевый обычный. Тефлон, блять. Пробивные. Это все странно. Так, ладно, берем пистолетик. Лифт у нас. Ой, лифт этот, блин. Переработка у нас есть. Давай без переработки сходим. Пока походим. Блин. Возьмем автоматик с обычными патронами, да? А у пистолетика пусть будут пробивные тогда. Все, поехали. С автомата хоть чуть-чуть постреляю. Так, сохраниться забыл. Угу. Опять бросил место. А. Браво бросил, в смысле это... Не до конца там исследовал. И сюда прибежался опять в начале. Начало, в смысле. Дельта антенна, блин. Чуть-чуть давай поисследуем с этой стороны.
Камера где? Блять. А, вот ты где. Угу. Так, что-то там лежит. О, я вижу батарея. У, блин. Чик. О, сука. Опять какие-то переходы. Так, переход у нас вниз. Вот тут ящичек, вон подъем. Все пусто, главное. Так. Ну там еще наверху какие-то это, весочи. Ай. Батарейку. Ага, вот мы вышли. Наверх, где у нас ничего не открывается. Угу. Ой. Ой. Что это? Блин. Камера где-то. Не-не-не-не-не-не-не. Так, они роботы, да? Газовым-то нахер не нужны. А, осколочный где у нас? Осколочных 6 штук, блин, мало. Мины можно туда покидать чуть-чуть. Че ты куда-то спустился? А-а-а. Вон писульки. Ни хрена себе. О! А, блядь. Я думал, что-то нашел. Так, эта херня что скажет? Шадам. Дети мои, охрану Палду необходимо обустроить следующим образом и никак иначе. Как? Демонтировать нижний лифт, который ведет к мостику и моим владениям. Все про себя рассказала, где находится. Ага. Во-вторых, демонтируйте все балконы и энергомосты. Кроме одного, к центральной шахте, где будут мониториться все попавшие туда формы жизни. Ага. Так, один мостик будет открыт, в общем, я все понял. Тупенький робот, тупенький Шадан все сдал. Записал все это на катушку какую-то, и эту катушку бросили, где попало. Так, у меня энергия кончилась. О, всякие штуки другие. Так, энергию придется жрать. Угу. Автомат. Куда это я иду? Ой. О, мост. Ой. Ой-ой-ой. А, это защитное поле просто. Пипец. Фуф. Чё какое-то место, блядь, не открывается. Ну,
Ну, в смысле, не то, что не открывается. Бля. Ну ладно. Бля, куда я лажу вообще? Хоба, еще куда-то вылезли. Ой. Бля, робот. Ты пошел ты, блядь, попал. Давай вниз спускайся. Сука. Перезагружаемся. Так и знал, что у него обзор будет лучше. Ой. Откуда ты стреляешь-то? Так, ладно, перезагружаемся. Три или четыре очереди надо в него загнать. Угу. Ой, блядь. Мне огонь не хочет вести, прикинь. Пистолет поднимает. Ты типа в стеночку целишься. Сука, козел. И чё? Чувак без ножек. Чипсы ел, сидел, что ли? Ой, ботинки. О, выше прыгать буду. Прикольно. Энергию зря сожрал. Вон энергия. За что получается? Я теперь прыгучий и просто по самой не балуйся, что ли? Опа! О, так, блядь. Так это как раз тогда можно... как раз можно это... на предыдущей палубе куда-то там запрыгнуть, что-то там лежало интересное. Опять куда-то залажу. Пипец. Пипец. Заблутал. А что заплутал? Вот ты вышел. Как только туда попал. А, я тут вот начал по нижней этой херне лазить, да? Эта дверка у нас заперта. А, вот так вот, вот так вот. А, вот отсюда спрыгнул, все, я помню. Теперь у нас есть закрытая дверь, и вот еще какой-то сраный этот закуточек. Блин, прыгучий у меня этот теперь. Чувак вообще. Спасу нет. А, вон я еще куда-то по низу тут лазил, блин. Здесь у нас тупичок. А, вон еще какое-то место. Тихо, вон сюда можно сходить. Еще дверки. Ой, блять, испугал меня. Охренеть. О, еще один. Откуда это взялся, блядь? Где ты там? Ни хрена себе, какой крепкий. Ладно. Зажал меня, скотина. Ой. У вас уже есть монитор биосистем. Так, я что-то как-то... по
находил тут. Так. Ладно. Скотина вон он. Еще наверх куда-то подъем, блин. Что это? Туда что-нибудь воткнуть-то можно? Сука, пиздец. Это что за помещение-то? Я уже теряюсь. Так, он валяется. О, ты чё, мужик? Киборг-убийца. Лежит тут нахер. Так. Где ты там? Ушел куда-то, прикинь. Куда ты ушляндал? Дурачок ты этот. Так, ладно. Я хотел в эту дверку проверить. Для начала. Вон он идет. Нет. О! Погоди, а почему у него граната-то не подействовала? Да, говорит, с этим расправились, дебил. Давай, вылазь сюда. Блядь, еще один. Мужики, вы что здесь? Охоту-то на меня устроили. Шляпа. Киборг, блядь, убийца валяется. Извините. Эй! Так, все, куда положить? Угу. Пакетик за каким-то чертом. Так, оружие вот пристроить надо нормально. Туда-сюда перекладывать, конечно. Так, и что у нас, блин? Опять тупик огроменный. Охренеть. Так, вон он валяется. Работяга. Тут у нас что? Ничего не жмется. Давай этого. Обыщем. Сапоги третьего этого. Уровня нашел. Меня другой вопрос занимает. Так, второго. А, вон, сапоги третьего. Биосканер второго. Идентификатор цели третьего, навигатор второго. То есть, еще по три можно найти, видимо, да? Ну, в смысле, еще по одному виду. Всяких улучшалок, что ли. Хотя хер его знает. Вот эти, может, и останутся. Второго. Вот эти можно до третьего догонять, но... Так, с одной стороны я облазил, с этой. Теперь пошли. А чё, куда ты пошел? Тут у нас ничего нет. Блядь, кто-то пищит.
Так, электричеством бьется. Че, ничего нет, что ли? Возьмем давай пистолет обычный. Ну вот, я же говорю. Защита палубы 81. Семьдесят девять. О, идет. Так, темно, в глазах потемнело. Я говорю, чувствую свою смерть. Так, еще куда-то. Лифт отключен. Добавить маркер. А это что такое? Так, ладно. Мама дорогая, ну это вещь трэш какой-то, блядь. Я сейчас заблужусь, я предупреждаю, она. Заблужусь. Так, и это что еще? О, защита палубы менее 18. Ну, прикольно. Чик. И тут у нас большой еще отсек, да? Ну и продолжение, я думаю, будет в следующий раз. Пока-пока.